ПЛ-1 – польский боевой танк. Серийный выпуск он должен отправиться в 2018 году. Этот танк не имеет традиционной камуфляжной окраски. Вместо нее он оборудован активной системой на основе электрохромных пластин. Они связаны с камерами и компьютером, который позволяет танку за короткое время полностью менять свой цвет. Разработчики системы «Хамелеон» во главе с Адамом Янушко делят свою систему на три составляющих. Условно они называются «глаза», «мозг» и «кожа». Глазами танку служит обыкновенная цифровая камера. Она передает изображение окружающего ландшафта в компьютер, то есть мозг, который анализирует цвета и передает их на кожу в виде электрических напряжений. Поверхность танковой брони оснащена тысячами электрохромных пикселей, меняющих оттенок в доли секунды после получения соответствующего электрического сигнала. Таких укладах электрохромовых. В электрохромных панелях происходят окислительно-восстановительные реакции. При воздействии электрического напряжения они изменяют цвета поверхности. Этот принцип открыли не мы, мы лишь используем его. Броня танка мимикрирует не только визуально, поверхность сливается с окружающей средой и в инфракрасном спектре. Это снижает возможность противника обнаружить технику с помощью приборов ночного зрения. Пока что покрытие может маскировать только неподвижные объекты, но ученые ставят себе задачу максимально ускорить процессы протекания химических реакций. Тогда кожа танка будет отображать ландшафт практически в режиме реального времени, превращая броню в своеобразное зеркало окружающей среды.